Проверить свою готовность к труду и обороне хабаровчане смогут 6 февраля. На стадионе имени Ленина сотрудники Центра развития спорта примут тест испытания «Бег на лыжах». Выполнить норматив ГТО предлагаются всем желающим старше 6 лет. Для этого необходимо иметь медицинский допуск, если это ребенок, согласия родителей, и подать заявку в региональный центр тестирования. Здравствуйте, куда заявки подавать? Более сотни хабаровчан навострили лыжи на выполнение нормативов ГТО. Кто не успеет заблаговременно зарегистрироваться, может принести пакет документов в день испытания за 1,5 часа до старта. Надо прийти с южной стороны ОКСК, там будут стоять столы, будут сидеть секретари, где будут принимать заявки. Там же рядом будет выдаваться инвентарь лыжи. Палки, ботинки, там можно будет переодеться, будут раздевалки. 50 пар новых лыж заготовлены для сдачи норматива. Хабаровчане могут прийти на старт и со своим спортинвентарем. Протяженность дистанции будет зависеть от возраста и пола участников лыжного забега. В день перед забегом специалисты подготовят лыжню. Протяженность трассы составит 2 километра. Одолеть 5-километровую дистанцию для того, чтобы претендовать на золотой знак, например, юноша 16 лет, должен будет за 24 минуты. Начало мероприятия в 3 часа дня. Мариана Гейт, Алексей Игнатьев, Хабаровская студия телевидения.